камере. Я рад, что я посетил ваш птичник. Я видел очень много птиц редких пород, необычных, крайне редких в России, по-моему, даже не встречающихся окрасок. Птица очень хорошая, она экстерьерная. Я рад, что у вас не только лучшие европейские образцы, как Хинкины, Брама, Мараны, Яндоты, Хавероли, также и лучшие образцы отечественных пород. Это Загорская, это и Царскосельская, Пушкинская. И русская хохлатая. Да, и великорусская хохлатая. Мне приятно, что вы активно боретесь с мышами, вот тут есть товарищи. Десяток другой. Да, то есть это говорит о том, что у вас живое, нормальное хозяйство. Вот я желаю вам успешного развития и продолжения того, что вы начали. Посещение нашего хозяйства специалистом такого высокого уровня, как Анатолий Борисович, для нас является чрезвычайно важным событием. Анатолий Борисович пробыл у нас несколько суток, провел бунтировку молодняка, осмотрел практически все наше родительское стадо. Мы сняли огромный пласт очень важной информации не только для нас, но и для вас, уважаемые птицеводы. Поэтому постепенно будем здесь, на нашем канале, этой информацией делиться. Это видео является небольшим видеоанонсом нашей встречи с Анатолием Борисовичем. Не судите строго, потому что птицу мы не готовили к встрече. Она взята с хозяйства такой, какая она есть. Обычно к выставке готовят птицу несколько недель к съемке. А у нас же мы работаем, и птицу Анатолий Борисович смотрел именно, так сказать, с пылу с жару. Поэтому смотрите, надеюсь, вам будет очень интересно. Желтое основание, и идет вот белая окраска, видите, полностью совершенно прекрасное окаймление и светлый стержень. То есть вот то, что доктор прописал. Прекрасная окраска пера, прекрасная. Вот. Понятно, что перья немножко различаются в гриве, в пояснице, там, в хвосте или еще что. Мы взяли вот покровное перо, и когда вот здесь вот смотрим, вот у нее все вот это окаймление такое вот, по старинке окаймленное, вот как будто сеточка такая была для картошки, авоськами называли у нас. Вот, она как будто вот в этой авоське. Значит, Брама — это птица, с одной стороны, очень высокая птица. Она стояла, мы видели, что она высокая. И это птица, имеющая очень хорошее оперение, подушки. Значит, вот здесь сразу мы видим, вот она просто сидит, и мы видим вот поясничную подушку, хорошая. Мы видим подушки бедер, тоже вот, они очень хорошо развиты, то есть эта птица чудесно развита. Кроме того, значит, вот здесь, если вы вот посмотрите, здесь небольшой как бы вот такой зачес есть, он характерен для бородатых птиц, вот здесь, видите, вот перья немножко вот сюда уходят. Значит, вот у Брамы один из показателей стандарта – это именно пышная грива. И, вот, хорошо оперено. У них вот с затылка к гриве обязателен переход. Это один из породных признаков. Вот здесь вот должен быть. То есть это вот именно пышная шевелюра, хотел сказать. Вот, ну, с моей точки зрения, просто сейчас очень хорошо видно, какая она высокая при своей крупности. Вот. Касается вот этого. То есть она очень-очень хорошая птица. Значит, чего у нее нет? У нее нет хвоста. Ну, вопрос нету. Сейчас вот эти самые мелкие перья, вернее, как я вот их чувствую, вот, видите, хвостовые перья только-только растут. Значит, почему я об этом говорю? Вот подушка есть, да? Вот когда она встанет, вот у нее должна быть лига из хвостовых перьев. Вот мы когда поначалу проходили по вашему хозяйству, я именно у Брамы, у вашей, в основном видел у всех вот эту лиру, которую я зачастую не вижу на выставках. Ну, это отдельный разговор. Значит, вот оперение Брамы — это так называемая крылышко. Вот видите, уходит. Это не, ну, мы потом увидим у Фаверолей, там у Лакс-Хюнеров. Там будет оперение лампасики. А здесь именно вот термин «крылышко» наиболее хорошо показывает, ну, объясняет, что это такое. Это именно вот как будто вот еще такое крыло. На что еще я хочу обратить внимание? Обратите внимание, очень желтая нога хорошая. Это значит, птица и хорошо кормлена, и у нее правильная генетика. Теперь средний палец
должен быть оперен. Посмотрите, оперение какое хорошее, последнему пальцу. Ну, я еще обращу внимание, что хороший коготок, чистенький, не длинный. То есть респект хозяевам, как по уходу за птицей. Вот. У птицы очень мягкое оперение. То есть вот то, о чем я говорил, я у брамы часто встречаю истребиный клок наличие. Здесь его нету. Пышные перья, вот те, которые должны быть истребиным клоком, они мягкие, загибаются внутрь. Вот, то есть в стандарте написано, что наличие истребиного клока – это дисквалифицирующий недостаток для брамы. Вот, здесь его нет. Смотрите. Получается черное окаймление по каждому перу. Очень хорошая вот здесь вот форма на грудь, переходит на бедра. Вот здесь на боках. Вот птичка крупная, почти кубическая. Это нитилинное перо сегодня. Значит, почти кубическое. Он очень хорош чем? У него спина вниз, вот здесь очень хорошо. Но вот здесь он чуть-чуть кустовой. Особенно вот здесь сверху видно. Может быть, это еще из-за того, что у него очень хорошее оперение вот здесь боковое на голенях. Кустоват сверху? Верхняя часть, да. Кустоват. Чуть-чуть. Треугольник, да? Ну да, он с верхней части чуть-чуть уже, чем внизу. Да, вот. Не треугольник, наверное, скорее трапеция. Трапеция, да. Угу, потому что все-таки это хорошая птица. То есть это живот хороший несушки. Вот очень живой. То есть она говорит, там мышцы. Ну, вот он может быть сухой, а здесь вот чувствуется, что вот оно есть. Но вот, когда она говорит, он напрягается. Вот, то есть он, скажем так, живой, активный. Поэтому вы ее загипнотизировали, точно. Расхвалил. Даже курице приятно. И еще одно. Эта птица очень хорошей окраски. Вот это окаймление, оно очень правильное. Вот если вот посмотреть, вот так вот. Оно относительно ровное, вот идет по всему, вот так вот по кругу, видите, вот здесь, без каких-то, нет разрыва вот на конце там или еще что-то, и одинаковой толщины, то есть добиться хорошей окраски окаймленной, это дорогого стоит, и поэтому, конечно, когда вы работаете с такой окраской, вы что-то теряете, то есть теряете массу, теряете там какую-то нарядность, вот. Вот если мы посмотрим сюда, вот маленькая сережка и хорошо выраженная головная складка. Это породный признак брамы, обязательно должно быть. Оно здесь есть. Вот. Глаз темно-оранжевый, все соответствует. Большое количество темной окраски здесь и гриве темная говорит о том, что это как раз и, ну, это и должно быть. Они светлее. Ну, это у нас была, да, то есть, соответственно, мы понимаем, что гребешка здесь нет совершенно, абсолютно. Вот, поднятые ноздри. Очень такой хороший раскрытый хохолок. Вот, он не мешает зрению, но при этом вот под вами вот хохолок, он вуалеобразный. Чем еще хороша эта птица курчава? Вот курчава по всему телу, и даже перья маховые тоже вот, чуть-чуть много курчавится, и роли были. И вот здесь и перья хохла, и перья тела, вот, они все курчавые. И очень важный признак в курчавости, это то, что на шее перья загибаются в сторону головы. То есть вот этот признак говорит о гомозиготности гена курчавости. Вот, о том, что эта птица в России карликовая шелка. Вообще, я к карлику, когда в своем экспериментальном развитии отвечал за карлик, ну, за шелку, я шел к гену карликовости, и у меня была птичка весом 500 грамм, тут даже фотография есть, сидит птичка на весах, и там 500 грамм гена. Вот эта птичка весит где-то грамм 350, ну, она правда молодая, вот, но уже вполне сформировавшаяся. Вот.
Птица очень хорошая по экстерьеру, у нее хохолок. Ну, правда, что здесь можно сказать? Это стандарт английский, американский и европейский. По европейскому стандарту хохолок должен быть относительно узенький, зачесанный назад. В американском оно повыше немножко. Вот. Значит, остальное все то же самое. Темный глаз. Вот. Борода у нее есть. Розовидный гребень без штыка. То, что я тут прописал. Вот. А теперь, что еще важно в стандартной шелковой породе? Практически нет перьев. То есть, вот как описывали эту птицу в древности, это куры с черной кожей и кошачьей шерстью. Вот вам кошачья шерсть, черная кожа. Вот. И некоторое количество перьев в крыле. И здесь вот очень важно в стандарте указывается, что перья в последней трети должны быть травмированы. Мы обычно думаем, что стандарт это значит хорошо, а для шелковой породы стандарт это плохо. Потому что шелковистость достигается нарушением строения перьев, Если строение пера нарушено, соответственно, значит вот покровные перья стали пуховыми, а те небольшое количество перьев вот в крыле, они в конце вот выглядят травмированными, хотя на самом деле никаких травм нет. У очень хороших шелковых кур в хвосте перьев нет. Вот это очень хорошо. Курица, думаю, здесь перьев нет. Только вот, а то, что птица великолепная, вот это я хочу выделить. Супер. Просто супер. Что еще хочется отметить особенно, это очень хорошая отселекционированность окраски. То есть, вот посмотрим, вот эта самая пестрота и окаймление, оно идет от головы, от плечи, спина, вот здесь вот спина, грудь, бока, бедра, сзади, до хвоста и сам хвост, вот точно такой же, видите? Вот эта птица необыкновенно хорошо отселекционирована. И вот на такую птицу можно только любоваться. И удивительно даже еще и то, что вот, ну, скажем так, я как специалист, я ее щупаю, я вижу, что это не сушка. Мало того, что букет вавловских. Да. Угу. Так, Ладенька, ну теперь давайте. Значит, вот смотрите. Вот здесь слабое поднятие носового отверстия. Вот у многих есть вот этот самый шипик на носу. В общем-то, мы особо не бракуем из-за него, но люди не любят. Значит, не черная борода. Вот хохолок маленький, разбитый. Так, пятнистость относительно слабая, но она есть. Пятнышки мелкие. Петуха, ну непонятно, петух это или нет. Поэтому браковать не будем. Да. Ноздри приподняты. Клювик немножко сильно изогнут. Борода светловатая, то есть, ну, много рыжины в бороде. Хорошая пятнистость. И то же самое по оперению. Оперение видно вот здесь, вот наружные пальцы оперены. Здесь средний вообще не оперен, и внутренний, и задний тоже вообще не оперены. Но здесь что мы отмечаем? У него остроконечный хохол вот такой. И шлем, а именно вот, скажем так, может быть, даже это один из немногих случаев, когда мы видим сноп, сноповидность. Как Оппенцеллер. Да. Вот. Значит, очень хорошая борода. В принципе, неплохая оперенность. Не знаю, я бы по общему сбору, хоть и хорошая круговая оперенность, оперенные все пальцы, несмотря на то, что хохолок мне не нравится, все остальное ничего, пока, я думаю, лучше бы оставить. Вот такая встреча у нас завершилась. Я думаю, ни для кого не секрет, что сегодня основной проблемой породного любительского птицеводства является отсутствие, катастрофическое отсутствие информации. Наука сегодня заточена под кроссовое доминантное бройлерное птицеводство. Что касается вопросов экстерьера, стандартов породы, до элементарного ветеринарного и зоотехнического обслуживания сталкивается с глухой стеной непонимания, основанного на невежестве.
Ситуация еще осложняется тем, что интернет наводнен поверхностной, зачастую недостоверной информацией, за счет которой создается иллюзия ее полноты. И поэтому нам сегодня, как воздух, нужны профессионалы. Знаете, у нас сегодня очень много псевдоученых, облеченных всевозможными регалиями, учеными степенями и званиями, но которые настолько далеки от сегодняшних проблем птицеводства, что особенно этого и не скрывают. Настоящих же ученых-подвижников, вышедших из тиши кабинетов, в народ очень мало. Питерский интеллигент, отзывчивый, добрый человек Анатолий Борисович Ахрамеев – один из них. Почему я говорю подвижник? Потому что этот человек совсем недавно, сильно рискуя, объехал не один десяток сел в Дагестане и в Чечне, для того, чтобы найти, закрепить и сделать глубокий научный анализ древнейшей аборигенной породы. И этот человек, если не заражен этой страстью, если не посвящает всего себя этому делу, то ни за какие деньги, а тем более бесплатно, он бы этого не сделал. И нет никаких сомнений, что этот ученый вместе с дагестанскими энтузиастами добьется того, чтобы эту породу, чтобы эту уникальную породу официально признали. Нравится это кому-то или нет, но не только гергибильская, русская хохлатая, черная борода, орловская ситцевая, царско-сельская, ленинградская золотисто-серая, пушкинская и другие породы золотого фонда российского птицеводства так или иначе связаны с именем Анатолия Борисовича Ахрамеева. И этот человек, вместо того, чтобы важно надувать щеки и покупителям выдавать псевдоценную информацию, ежедневно помогает десяткам людей и добрым словом, и ценным советом, и четким ответом там, где другие давно расписались в собственном бессилии. Многие меня сейчас слышат и понимают, о чем я, и со мной согласятся. И все это не считаясь ни с личным временем, ни с основной занятостью, ни с основной работой, а совершенно безвозмездно. Есть сохранившиеся мнения, мы ее сами недавно распространяли, что павловская порода найдена некими энтузиастами, отселекционирована, а затем путем титанических усилий размножена. Но на поверку оказалось, что нет никаких доказательств о том, что павловка была найдена в какой-либо деревушке в Сибири, в Казахстане или в другом городе России. Но что точно правда, что коллектив авторов Ниржи по крупицам много лет создавала эту породу. И было очень трудно, но они ее закрепили, и теперь эта зарегистрированная порода есть во многих городах от Ленинграда до Находки. Так вот, одним из авторов вновь созданной или воссозданной нашей павловской породы является Анатолий Борисович Ахрамеев. В общем, мы очень рады, что нашел в своем плотном графике несколько дней для нас, для приезда в Ульяновск, в наше хозяйство. Посмотрел коллекцию наших птиц, оценил ее, помог с бонитировкой. Мы записали огромное количество ценнейшей информации, которой будем делиться с вами на нашем канале. Поэтому продолжайте смотреть, будем обязательно все вкладывать. До новых встреч!